Сказка о трех путях, осмысление жизненного пути, выбор человеческий. Посвящается Наталье Мясниковой. Не ропщи, на удел свой идешь тем путем, что всего лишь из трех выбираешь в направлении том. Направлении том, что себе, сам себе позволяешь. Коль по первой дороге пойдешь, значит, жить для себя одного преднамеришься. А где зло, где добро, ты не будешь тужить, зверем загнанным в клетку ощеришься. Коль обидели кровно, что мстить за свой род, выйди на берег, сядь безмятежно. Труп обидчика мимо тебя проплывет, месть твою утешая так нежно. Коль дорогу вторую себе изберешь, для любимой семьи жить останешься. Горевать ты не станешь, где правда, где ложь. На страдания чужих не оглянешься. Горевать ты не станешь, где правда, где ложь. На страдания чужих не оглянешься. В постороннем несчастье стрела, как в огне вынь стрелу, и обида забудется. Папа, мама, жена, сын, сестра, вы во мне. Остальные пусть дохнут и трудятся. Коль на третью стезю ты поставишь свечу, для народа ты жить поторопишься. О гордыне своей позаботишься, то несчастный народ свой предашь палачу. О гордыне своей позаботишься, то несчастный народ свой предашь палачу. Вождь ты гордыню свою береги и лелей величавый, как Сталин и Мао. Останки свои понесут в мавзолей, дао гордых обратное дао. Славен будешь, коль скоро сумеешь понять, что осилит идущий дорогу. Путь свой выбрал ты сам, на судьбу грех педать. Где ж ты дал ведущее к Богу? Путь свой выбрал ты сам, на судьбу грех педать. Где ж ты дал ведущее к Богу?